19 апреля в рамках Дня открытых дверей физико-технического факультета ГРГУ имени Янки Купалы прошла 20-я республиканская научно-практическая конференция аспирантов, магистрантов и студентов «Физика конденсированного состояния». Студенты белорусских, российских и украинских вузов представили научные работы в области структуры и свойств конденсированного состояния и методов его компьютерного моделирования. О том, почему именно физика конденсированного состояния стала темой юбилейной по счету конференции, рассказала медведь Анжелика Валерьяновна. Наш факультет один из старейших в университете, и на нашем факультете работает много кандидатов, докторов наук с основания этого факультета, и они все занимаются в основном физикой конденсированного состояния, то есть их научный опыт, их знания лежат в этой области. В тот же день студентов и абитуриентов ждал еще один сюрприз. На пленарном заседании было объявлено об открытии на факультете новой специальности – техническая эксплуатация энергооборудования организации. Ведущий наш белорусский вуз БНТУ, он готовит специалистов вот по такой специальности, по направлению электроэнергетического профиля. Так? Но оказывается, что БНТУ он не обеспечивает полностью, так сказать, насыщение имеющихся вакансий специалистами в области электроэнергетики. С развитием общества физика становится все более незаменимой и обязательной дисциплиной. Таким образом, совершенствование физико-технического профиля – первый шаг к росту в современности. Ольга Пинкевич, Юлия Лифенцова, новости ГРГУ.